на сайте Шиншилки купили для нашей самой худой козоньки. Вот такой препарат фирмы Байер Катазал. Это стимулятор обмена веществ. Посоветовал нам ветеринар, так как, чтобы откормить животное, надо еще как-то более или менее поддержать витаминами. То есть зерна и просто общего рациона мало для этого. Ветеринар сказал, что это достаточно проверенный в его практике препарат, и что мы не пожалеем. Вот на Шиншилке мы его и заказали. Покажу сейчас, как выглядит флакон. Флакон выглядит у нас вот так. На нем еще была защитная пломба сверху. Я ее случайно сорвала. Собиралась открыть. И вот. Так. Значит, применяется для лошадей и ВРХ. Лошадей, телят, овец, коз, ягнят, свиней, поросят, собак, котов, куры, курчата. Ну, в общем, в хозяйстве пригодится, как говорится. Ну и по отзывам, которые мы читали еще не только на Шиншилке, очень рекомендовали брать этот препарат. На практике люди проверяли, очень хвалили. Вот и мы проверим, надеемся, подойдет, скорее всего. Ну и вот, всем хорошего вечера.